информативная выставка, там какие-то веселые люди прыгали. Я только пришел, но мне здесь все нравится, прям аж глаза разбегаются. Выставка очень большая, здание само большое и очень полезное для многих людей, которые не знают, куда определиться, куда лучше пойти. Ну, помимо, что сюда приходит Жириновский на открытие. Побольше вузов педагогических, чтобы педагоги были везде, от детского сада до университета. Город Салоники, Греция. Это самое главное, воспитательный процесс. Чтобы не вырастали террористы, грабители, наркоманы, и чтобы у всех была спокойная жизнь. Поэтому чем больше педагогических вузов, тем лучше. Сегодня здесь все силы и все достижения университета. Мы рады видеть абитуриентов. Очень приятно, что в пятницу, в учебный день, абитуриенты приехали сюда, в гостиный двор. При этом это ученики не только 11 класса, которым предстоит поступать в этом году, но это и ребята из 6, 7, 8, а много 9-классников, потому что они могут уже поступать в колледжи, в МГПУ 10 колледжей, поэтому мы даем возможность выбирать между тем, чтобы поступить там после 9 класса, либо после 11 класса уже на высшее образование. В колледже они все четко тебе объясняют, говорят, как поступить, что делать. Вот, поэтому мне понравилось. Я поступаю в магистратуру МГПУ на юридическую специальность. Я проучилась в МГПУ уже 4 года. Мне очень нравится, именно поэтому я хочу продолжить там обучение. Потому что у нас прекрасные преподаватели. Абитуриенты как-то своими вопросами охватывают все. Программа их интересует и педагогическое образование, начальная школа, психология, социология, юриспруденция, менеджмент сегодня был очень активен. Иностранные языки, конечно, как обычно, интересуют японский язык, английский, французский. Спрашивали сегодня про испанский язык даже. Самый необычный вопрос сегодня – это как получить кружку. Видимо, вот вопрос кружек и сувенирной продукции, он, наверное, так же важен для абитуриентов, как вопрос поступления на бюджет. We'll be right back.